Я начал карьеру хирурга 30 лет назад. Видел много пациентов, которым, как и моему отцу, не смогли помочь. Это стало главной причиной, побудившей сменить профессию. Новая технология позволяет получить iPS-клетки от пациентов. Из iPS-клеток можно сделать пульсирующие клетки сердца и вместо органа трансплантировать их больным. Просто фантастика. Необходимо сотрудничество с другими учеными, но также важно общение с людьми не из научного круга. Объекты наподобие Мирайкан нужны для стимулирования этого. Мирайкан служит центром, связывающим весь мир во имя устойчивого будущего. Здесь расположено 11 лабораторий передовых исследований. Мы принимаем в Токио Всемирный саммит по науке. В нем участвуют не только ученые, но и представители различных сфер. За последние 2 года мы узнали, что локальные проблемы становятся глобальными. Только работая сообща над решением больших проблем, мы сможем решить задачи ради будущего. Мы реализуем проект «Картина счастья на Земле», в рамках которого молодежь предлагает свое видение счастья. Будучи передовой страной по научным исследованиям и технологиям, мы с гордостью вносим вклад в глобальные усилия по реализации целей устойчивого развития, предложенных ООН для улучшения мира и стабильного прогресса человечества.